Всем привет, дорогие ребята. Мы сегодня будем играть Minecraft. В Майнкрафт. Любимая игрушка многих блогеров и зрителей. И наконец-то и мы будем снимать ее. На, держи. И выживание, вы сами видите. Создать мир. И... генерация ландшафта, сколько можно. Ну хорошо, все, поехали. О, блин, в таком плохом месте, на острове. Фуки! Так, я думаю, лучше к ним не приближаться. И то еще убьем. Спрячемся под деревом. Опа! Хорошо, простите, это технические неполадки. А что мы добываем дерево? Лишь бы, пока мы каменный меч не создали, давай. Хотя бы деревянный. Нас волк бы не достал. Не то, если достанет нам крышка. На этих остальных... Где этот волк? А, он за тем деревом. Так, верстак, заходим. Оп, 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 оп. Вот, верстак крафтим себе. У него попа есть. Вот, на место дерева ставим верстак. Палочки делаем. И создаем меч срочно, топор, кирку и лопату. Хорошо, у меня есть... меч, я иду нападать на волка. О, посмотрите, тут гриб растет. Мне он нужен срочно, я его добыть хочу. Вау, ух ты, вот это здорово. Оп. Почему он не добывается? Вот тахал извод. А! Добывайся! Дурацкий гриб. Может, лопаты это добывать надо? Нет, не добывается, к сожалению. Вон мы видим там еще один. А, тут вообще какой-то остров грибов. Ну, не суть, не суть. Орда. Да, мы идем. Паузик яхынды. Паузик яхынды. На яхынды. Ой, да. Яхын görsənir. Ой, да, Сема такали. Моим футбол наским. Где ты? Я волка хочу найти. Не знаешь, где он? Абельфас. Не. Где он? Я его... сейчас, когда найду, в клочья разорву. Перепрых. Да. Простите, я неудачный паркурщик. Абельфас, скажи мне, ты не знаешь, где тут у нас волк? Не знаю. Ууу, сколько ты! Бубыш надо. Так, тыквы. Тихо, мы в Ютуб ложим видео. Тихо. Эзе. Так, как вы видите, у нас стало аж 9. Давайте сейчас много добудем дерево и сделаем себе хоть малюсенький, но дом.
чтобы смогли хотя бы жить от этих волков. Мы на острове появились. Может, когда-то в 5-й или 10-й серии я создам много лодок, примерно штук 20, и мы поплывем на большое пространство к хорошим деревьям. Ай, ай! А не к какому-то... Чайному грибу. Простите.